Ну ты моя хрюнечка. Хрюнечка-марюнечка. Хрюня. Хрюнечка. Повернись к маме. Повернись к маме личиком, а не своим очарованием. Где? Вот такая у нас тут помощница. Хрюнечка. Да, она сейчас повернется всем своим очарованием ко мне. В общем, друзья, у нас эта свинка, зовут ее Яуза. Это вьетнамская веслобрюхая. Ей уже сколько? Год и два месяца. Мы не знали, если честно, супоросная она у нас или нет. Три раза на нее кабанчик прыгал. Каждый раз было мимо. Каждый раз мы ждали, ждали, ждали. Ну и в итоге в последний раз он ее так замучил, что у нее аж ножки начали отказывать. Такой вот у нас кабанчик. О, очарование повернулось, да. Свинка большая, больше 100 килограмм. И мы до последнего не верили, что она у нас супоросная. Но вчера я потрогала ее животик, и мне в ручку ударили ножки. Еще до этого, до того, как ее потрогать, животик, я заметила, что у нее набухает лента с сосками внизу живота. Поведение у свинки очень изменилось. Она стала какая-то прям мама-мама такая. Она такая беспокойная. И так ляжет, и сяк ляжет. Вспомните себя беременную, да? И на животик вроде хочется лечь. И так на бочок прикладываешься. И хорошо. И вот она также себя ведет. Ложится на бочочек и ножки задние вытягивает. И лежит, похрюкивает, похрюкивает. Тяжело маленькой девочке моей хорошей. Вот она у нас такая вот хорошая девочка. Да, Яуза? Яуза, девочка хорошая. Также у нас опустился животик. Вот сверху видно, что она вроде такая же, стройненькая. А вниз смотришь, у нее такой уже пузень висит. Такой пузень. Да, моя хорошечка? Яуза, девочка моя любимая. Вот и моя маленькая. Иракезик растет. Вот и моя хорошая. И ты хорошая. И Яуза хорошая. Да. Вот так вот. Яуза. Синюю хрюнечку, моя хрюнечка. Вот иракез у нее растет. Видите? Еще до этого она у нас облысела. Мы очень перепугались. У нее прям шерсть сползала клочьями. А сейчас смотрю, вон растут новенькие волосики. Почитала в интернете, и там сказано, что они могут где-то месяца за полтора, за месяц, они могут сбрасывать, полысеть. И вот наша красавица полысела. Вот моя девочка. Вот моя хорошая. Все. Ласку девочка любит. Сейчас она ляжет. Вот так вот. Вот моя Алёся. Животик погладим, малышечки. Да, ложись поудобнее. Вот, видите? Вот эта вот лента с сосками. Набухают сосочки у нас. Вот моя маленькая. Вот моя хорошенькая. Грязненькая. Надавим на сосок, пока ничего нету. Пока ничего нету. Но соски прям заметно увеличились, потемнели вот тут вот вокруг. Береза, уйди. И тебя, и ты тоже ложись, да. И ты ложись. Рядом с хрюшкой вот так ложись. Вот, вот так вот. И лежите вдвоем. Вот моя девочка. Вот она у нее живот. Видите, какой она идет и прям им по полу волочит. Вот моя девочка. Вот и мы, Алёся. Вот и мы. Вот подмышечки. У нас такие подмышечки. Вот так вот. Вот. Ласковая моя хорошая девочка. Щечки мои любимые.
Ну, вот, в общем, вот эти ленты начали прям заметно, видите, подпухли. Вот. И соски увеличились. Вот отсюда видно. А как я проверяла, я у нее... Ой, какая-то бутылочка лежит. Заднюю ножку вот здесь. Вот подними, мой хороший. Вот здесь. И вот здесь вот трогаю. И прям явно чувствую поросянка. Бьются. Малышечки. Вот так, моя девочка. Вот у нее здесь все набухло. Вот почешем, почешем маленькую. Вот потемнели. Видите, соски прям как у женщины. Как у женщин. Так, пока ничего не идет. Вот она у нас опушается. Я в Лёшкиных калошах 40 последнего размера. Вот такая у нас лежит. То есть вот это признак, то, что она у нас все-таки, да, все-таки наша маманя будет маманей. Вот такая вот. Вот. Любит гладушки. Гладушки любит. Ну вот так ножку поднимаем аккуратненько. И вот здесь трогаем. Прям можно явно почувствовать их поросяточек. Ой, ты моя девочка. О, Алёся. Ой, попочка моя. Так вот она легла, похрюкивает, говорит, гладь меня еще. Трогай мне сисечки. 18 мне уже. Ой, встать бы. Да, вставай. Ой, ой. Тяжело вставать ей. Вставай, моя маленькая. Вставай, моя Халюся. Он весь березе тебя ждет. Вставай, говорит. Вставай, мой сладкий. Погладусочки, погладусочки. Девочка моя. Вот. И глазки уже у нее не видят. И она уже похлякивает. Мамочкой скоро станет. А... Так, получается, он где-то ее 4 августа. И мы ждем, в общем, с 26 ноября. То есть осталось, ну, так грубо говоря, 10 дней, да? 9 дней. Вот она тяжело как. А ты? А ты? Ты давай, мой хороший. Ну, теперь мы зато уверены, что да, действительно, наша малышка скоро станет мамой. Количество сосков я у нее не считала. Вставай, мой хорошечка. Вставай, вон у тебя подружки там. Извините за бардак, у нас сарай строится, поэтому здесь пока у нас не так все хорошо. Друзья, у нас еще есть одна новость. Теперь у нас есть барашки. Финский ландрас. Процентный, правда? И такая же процентная мамоню. Вот они. Вот они стоят. Привет, баляски. Привет, барашки. Привет. Вот они у нас тут живут. Баляски. 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 Девочка у нас беременна. Вот эти поляшки у нас. Березе тоже интересно. Барашки. Идем. Так, покажу еще, что у нас с сараем. Ну, мы здесь ставим уже вот стайки вовсю. Уже так более-менее вид обрисовывается. Кабанчик у нас уже тут живет. Иртыш, привет. Иртыш. Иртыш.
Иртыш, мальчик. Иртыш. Муряха. Муряха. Главный прораб ходит. Да, здесь козы будут. Здесь общее для коз. Здесь пока дрова лежат, но здесь будет доильный стол. И бочки стоять с зерном. С кормом. Потолок, доски уже разложили. Сюда положим солому сверху, будет тепло. Окна ставим. Ставим кушки, накроем крышу. Поставим дверь. В двери у нас есть. Сейчас я покажу, какие нам отдали двери. И все, будет новоселье. Святая святых, склад нужностей. Вот такие двери нам отдали. Одна, вторая. Вот их в сарай поставим. Хорошие, крепкие двери.